Певец «Витас», которого спасли от слепоты российские врачи, убрал из райдера все световые и лазерные установки. Он продолжает выступать на частных мероприятиях в Москве. По данным ШОТ, артист готов спеть на корпоративе за 50 тысяч евро. 45-летний Виталий Грачев, настоящее имя певца, ездит с командой из 7 человек, предпочитает передвигаться на авто. Для наполнения гримерки «Витас» непривередлив. 6 бутылок негазированной воды, чай, кофе, сахар, сливки, фрукты и шоколад. И никакого алкоголя. Обязательно хорошее освещение, зеркала, вешалка для одежды. В техрайдере артиста никаких лазерных и световых установок не требуется. Несколько месяцев назад у Витаса появились серьезные проблемы со здоровьем – отслоение сетчатки глаз, что без своевременного хирургического лечения приводит к слепоте. Певцу провели несколько операций в течение 2,5 месяца. Сейчас он полностью исцелился и прекрасно все видит. Ближайший концерт у него в ноябре в Китае. Вы на канале «Читаем новости». Здесь самые яркие события. Оцените видео, чтобы его увидели другие. И подпишитесь на канал, чтобы ничего не пропустить.